Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива при выходе из строя контроллера LSI-9280. Как достать данные с разрушенного RAID 5 уровня. Как известно, контроллер является важной составляющей RAID массива, и при выходе его из строя вся система перестает работать. Массив разрушен, и вы теряете доступ к данным. RAID контроллер может выйти из строя из-за аппаратных сбоев, повреждения, неисправности и даже неправильной настройки. Если вы столкнулись с подобной проблемой, далее в видео я расскажу, какими способами вы сможете вернуть доступ к утерянным данным. Для общего понимания технологии давайте разберем, как создать RAID на данном типе устройства. Это также может быть полезным при дальнейшем восстановлении работоспособности массива, а именно поможет его собрать, чтобы достать из него важные данные. Рассмотрим, как создать RAID через BIOS контроллера. Для этого при загрузке сервера нажмите сочетание клавиш Ctrl+H. Если на дисках осталась предыдущая RAID конфигурация, система определит ее и предложит восстановить. Если вам это не нужно, просто нажмите соответствующие клавиши C, ES и так далее. После этого откроется окно WebBIOS LSI. Кликните по кнопке Start для продолжения. Затем перейдите в раздел мастера конфигурации. В окне мастера выберите опцию «Новая конфигурация» и нажмите кнопку Next. Вам будет показано уведомление о том, что предыдущая конфигурация будет очищена и все данные будут утеряны. Для продолжения нажмите Yes. Затем выберите тип построения RAID – ручной или автоматический – и нажмите Next. Отметьте диски, из которых будет состоять массив, и нажмите кнопку «Добавить». Эти накопители будут добавлены в виртуальную группу. Далее нажмите «Accept» для подтверждения и «Next». Затем добавьте эту группу в SPAN. Выберите опцию «Add to SPAN» и после «Next». На следующем шаге укажите уровень RAID, размер блока, настройки политик чтения и записи, кэш и другие параметры. После настройки параметров кликните Update Size, Accept и Next, Подтвердить и Yes, чтобы сохранить конфигурацию. Затем нажмите Yes еще раз, чтобы начать инициализацию дисков. В результате будет выполнена быстрая инициализация, но если вам необходимо полностью затереть диски, выберите медленную инициализацию в списке и нажмите Go. RAID массив создан, осталось только перезагрузить компьютер. Далее идет разметка диска, настройка доступа и так далее. В том случае, если вы потеряли доступ к дисковому массиву в результате поломки контроллера, есть несколько способов достать данные с дисков. Для начала нужно определить, действительно ли дело в контроллере. Убедившись, что контроллер не рабочий, можно приступать к восстановлению. Первый метод восстановления данных при поломке контроллера – это подключение диска к рабочему контроллеру. Для этого способа вам понадобится точно такой же контроллер или другой совместимый, с помощью которого вы сможете импортировать предыдущую конфигурацию RAID. В первую очередь вы должны изучить данный вопрос и убедиться, что эта операция безопасна и не повредит данные, так как неправильные действия могут окончательно затереть оставшуюся на дисках информацию. У нас на канале есть отдельное видео с детальной инструкцией, как перенести накопители на новый контроллер. Ссылку я оставлю в описании. Ну и второй способ вернуть данные с помощью специализированного программного обеспечения для восстановления данных с RAID. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные типы RAID, большинство файловых систем и различные типы построения массивов, множество моделей RAID контроллеров. Соберет из накопителей разрушенный RAID и вы сможете достать из него важные файлы. Для восстановления данных вам потребуется подключить диск к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Как видите, программа в автоматическом режиме собрала из дисков разрушенный массив.
Также она способна собрать RAID даже при отсутствии одного или нескольких дисков, в зависимости от уровня массива. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь переходниками и расширителями. Их примеры вы сейчас видите на экране. В менеджере дисков выделите RAID и проверьте, правильно ли программа сумела его собрать. Здесь отображена краткая информация у параметров. Если все верно, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Далее выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В большинстве несложных ситуаций достаточно будет быстрого сканирования, это займет меньше времени. В моем случае программа без труда справилась с данной задачей. Как видите, она в автоматическом режиме собрала RAID, а также нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Также здесь отображаются и удаленные файлы, они здесь отмечены красным крестиком. Выделите все, что нужно вернуть, и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите, куда сохранить данные, диск, папку, и нажмите еще раз «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново», «Полный анализ», укажите файловую систему. Отметка поиска по содержимому для начала можно снять, это ускорит процесс поиска. Если в таком случае нет нужных файлов, запустите повторный анализ с активной функцией поиска по содержимому. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного RAID. В таких случаях поможет RAID-конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала дисков, где хранилась вся информация с параметрами массива. Это может произойти при подключении диска к другому контроллеру и затирании прежней конфигурации или перестроении RAID до инициализации дисков. После инициализации данные будут полностью удалены. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию «Создание вручную». Далее укажите тип массива, порядок блоков и их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также, возможно, придется указать смещение, по которому находится начало диска. И укажите порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь внизу вы видите ваш RAID. Если параметры указаны верно, развернув его, здесь появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке «Добавить». После чего RAID появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ. Выполните поиск файлов и восстановите нужные. Итак, в заключение можно сказать, что восстановление данных с RAID может оказаться сложной задачей. Но если придерживаться данной инструкции и не предпринимать необдуманных шагов, вы сможете успешно восстановить доступ к диску и вернуть утерянные данные. Также не забывайте делать резервные копии, это обезопасит вас от подобных ситуаций. А на этом все, надеюсь, данное видео было вам полезно.
Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.